Приветики, мальчики, готовится к выходу, пока что непонятно когда именно, игра Warship Jolly Roger. Некоторые могут заметить, что это очень странное название, особенно если перевести его на русский язык. Переводится оно как военный корабль Веселый Роджер. Как по мне, странное название для игры. Это новая стилизованная 3D приключенческая игра в сеттинге научной фантастики. Это шутер от третьего лица про будущее, исследование, очень атмосферное, с крафтингом. И ее разработчики называют очень эмоциональной и драматичной. Вообще же в игре будет не только сеттинг научной фантастики, но и постапокалипсиса. Также игрокам придется заниматься расследованиями и менеджментом. Все в целом и название этой игры, и другие ее аспекты, которые я назвал, как-то все это в целом странно. Но давайте познакомимся с этой игрой и посмотрим ее официальный тизер-трейлер. Мультяшная графика, 3D-анимация, так сказать. Proxima Studio. Военный корабль «Веселый Роджер». Я обещаю себе никогда больше не связываться с тобой. Я хочу спасти наших детей, чтобы твои ошибки не повлияли на их жизнь. И все же я с ужасными новостями. Педро умирает, и он хочет тебя видеть. Он хочет увидеть своего отца в последний раз. Неужели? Он хочет прижать тебя к себе. Теперь их судьба полностью лежит на твоих плечах. Умоляю тебя, Джон, сдайся, пока не стало поздно. Пути назад нет. Я снова увижу своих детей. Что-то необычное прям, нифига себе. Обычно фильмы такие выходят. Все в порядке, нам нужно двигаться. Ковальский, Алиса, у нас все готово. Система установлена, и она обладает мощностью отличной. Привет, координаты планеты, босс, уже набраны. Мы готовы двигаться. Не могу поверить, что мы выдвигаемся. Дождь Векса закончится вместе с нами. Мы двигаемся за нашими детьми. Максимальная тяга. Следующая остановка — планета Восс. Военный корабль «Веселый Роджер». Такая вот история в этой игре. Разработчики сильно рискуют, совмещая такую серьезную и интересную историю с такой анимацией. Но я думаю, ценители хорошего сюжета найдутся и полюбят эту игру. Если верить трейлеру, эта игра рассказывает историю отца, который стремится к своему умирающему ребенку. И все это происходит в необычном сеттинге научной фантастики, в космосе, на космических кораблях. В трейлере также показали геймплейные кадры, и они не могут не радовать. Отличная и качественная графика в стиле старых добрых космических игр. Меня эта игра слишком сильно не зацепила, но безусловно это что-то новое. Обычно фильмы выходят с такими странными названиями и сеттингами, а тут игра, и конечно это очень интересно и странно. Посмотрим, что там будет в итоге с этой игрой. Это был Антивирус, спасибо вам за просмотр, подписывайтесь на мой космический канал, чтобы не пропустить новые видео. Пока-пока и дергайте меня за мои космические, как у кролика Роджера, бока.